Кому нужна цивилизованная Европа, если Европа изнутри разрушается, человек разрушается? Кому достанется эта цивилизация, эта экономика, это материальное благополучие? Если грех уничтожает человека, если водка убивает человека, если наркотики воруют судьбы, если грех разрушает и разлагает изнутри, извращение уничтожает все человечество, всю цивилизацию, кому это все достанется? Некому, друзья, и никому будет овладеть этой красотою внешней. Сегодня мы должны смотреть не на внешнюю красоту, мы должны сегодня смотреть на духовную свободу, на духовное процветание, интеллектуальное процветание. Тогда придет благословение на эту землю. И Библия конкретно говорит, что без помазания, без Духа Божьего, без соучастия Бога невозможно решить эту проблему, потому что за проблемой стоит дьявол. Писание конкретно говорит, что Бог помазал Духом Святым и силою, чтобы Иисус Христос ходил и благотворил, и исцелял всех, обладаемых дьяволом. Вот почему дьявол против такого помазания. Вот почему дьявол против такой церкви, которая исполняет истинное предназначение Божие на этой земле. Чтобы решить проблему, надо вырвать человека из рук дьявола. Чтобы больше человечества не было в рабстве дьявола. Чтобы дьявол больше не обладал человечеством, городами, странами, судьбами, домами, семьями. Гуманизм не ответ, терроризм не ответ, секуляризм не ответ, модернизм не ответ. Не Майдан на Украине решает проблему. Реформация Евангелием Иисуса Христа ответ.